Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить Elden Ring. Сейчас я вам в самом начале выставлю координаты, нагрузку видеокарты и так далее. Я сейчас заливал там новую игру. Обязательно посмотрите. Карьер, что ли? Ну, она уже не новая, но... криворуких разработчиков, которые ну, здесь 60 дает, а там 38 дает. Здесь графика круче. Так, давайте вот сюда нам надо идти, да? Так, вот. Так, что у нас? Какие приемы? Я вообще все забыл. Секиры я пройти дальше не могу, извиняюсь. Там что-то... какие-то проблемы с этой секирой. У меня ключа... ключа, что-то я там не могу ключ найти. На. Не появился у меня ключ. У меня, наверное, разгон стоял. На эту. На память все, 3600. Меня так и не держит 3600. Может быть, она сделала ошибку. Бывает такое, что память делает ошибку нестандартную, и все нахрен. Короче, ключа у меня там нет. Почему, понять не могу. Сейчас я привыкну к этому. Смотрите, они горят, что ли? Смотрите, дудки-то, соски какие-то. Гори, гори. Он, по-моему, вот у этих статуи записан. Нет, просто как-то. Оба, смотрите. Загрузка какая-то. Будущее загрузка. Блять, это какие-то куски говна. Пушечные ядра, блядь. Что-то нам может сделать здесь надо. Давай сначала их перебьем, а то они сейчас начнут. Прям приятно играть с этим модом, прям раз и все. Не надо дрочить по тысячу раз. Я понимаю, там босс какой-то. Эх, ты там. Кролик, блядь, вонючий, блядь. Меня шуганул, раз, можно сказать. Куда они расползлись-то все эти сучки-то? Давайте сюда подойдем, что там. Сейчас куда-то мы грузимся. Игры я сейчас буду заливать за 3-4 часа, ребят. Если время поменялось, значит, ничего не сделали они. YouTube что-то в последнее время стал просто вообще, блядь, мозги компасируют. Да, трясите, блядь. Какая-то, сука, вонючая трясня. Ты смотри, блядь, он даже кататься мне не дает, этот уродец, блядь. Блядь, давай я тебя так же, блядь. Катись, блядь, катись! Катись! Колбаской, блядь, по малой спаской, блядь. Почему столько времени дают, блядь? Я уже вот в блок должен был встать. Последний удар был, видите, какой великолепный. Ну, я бы не стал, наверное, играть все-таки, ребята, ну, на простом уровне, мне кажется. Что такое, блядь? Куда-то меня послали куда подальше. Все? Ну? Так, давайте посмотрим, куда дальше нам идти. Куда дальше? Дальше нельзя, яйца мешают. Вот сюда давайте пойдем. Убрать.
прикрепить. Я когда первый раз играл в нее, вообще не мог понять, куда идти, чего, зачем. Блять, оказывается, в каждой точке показывают направление. Я этого раньше не знал. Не вникал в игру, просто меня сразу убивали за 5 минут. Черт, вникать, блядь. Тут я хоть такой-то бой веду. Пошли вон отсюда. Так, где он нам там? Оленя может взять, на нем проскакать. Да тут, блядь, переключений кучу надо делать, блядь, с этим оленем. Наверное, далеко же обходить. Тихо ты, блядь, сейчас свалится. Блин, тут ландшафт, конечно, блядь. Мам, не горю, да. Котов не найдешь. Ну вот это что-то с этой крепостью, там, на вышку-то я хотел залезть. Что-то у меня и так не получилось. Но мне было, конечно, ребята, обидно. Куда ты, блядь, пульт сирокур, блядь? Блядь, вот видите, сколько надо, блядь, оббегать, да? Чёрт знает сколько. И ещё, может, это не та дорога, вот в чём дело. Вот шаг кого-то. А, тупица, блядь. Да ладно, пёс с ними. Эх ты, блядь. Мне надо посмотреть здесь, что и как там. Мне, наверное, лучше записаться. Они с этими... Да, я тебя погрызнул, блядь. О, так это туда прыгать, а мне... Э, куда ты нахуй? Ё-моё, да что ж ты за конь-то, блядь, серогорбый? Вообще, я говорю, не в ту сторону я побежал, блядь. Вон он мост, блядь. Вон там, наверное, надо спрыгивать-то было. Как перейти на ту сторону? Да блин, вообще, я говорю, вон там вот где-то можно перейти, блядь. Я видел. Блин, ну вообще шарохается, блядь. Он ведь разобьется, наверное. Я прям боюсь допрыгнуть туда. Башку себе разобьет. Вот там надо спускаться наверх. Я из экрана там не вышел. Своими. Ну чего, может быть, ты как-нибудь все-таки... Блять, поднимешься, ну, надо еще тут брызгалку было поставить, еще. Да с ума сойдешь тут, блядь, везде шарохаться надо. Блин, вот так надо было скатиться там, наверное, да? Тоже эта игра, блядь, не все в ней. Оптимизации, блядь. Постоянно весона, блядь, дает. Че уже не изменить там? Блядь, с ума сойдешь, что все нахрен обходить это. Уголями. Опять я к этим обезьянам пришел. Вон, вон и прыгалка. Ну а сейчас-то она мне зачем прыгалка? Мне надо где-то там. Есть ходок. Слазь нахуй, стилей. Пошли вон. Я еще. Вон, вон вот здесь где-то. Да? Похоже, там где-то. Да сейчас ведь тут хрен еще и спустишься. Башку разобьёшь, блядь, быстрее, чем на то спустишься. Тихо, тихо. Тут опять коня надо, что ли? Я не пойму, как туда спустишься? А, нет, вообще все нормально. Блядь, не падай туда. Бля, он разобьется здесь, нет? Слава тебе, Господи, бля, у меня аж сердце, блядь. Чего ты, блядь, тут бегаешь, блядь? Мерзота, мерзота. Что надо уйти? Какие-то собаки, блядь.
стоит. Блин, тут вообще вооружение целое. Ребят. Может, и проход есть какой-то. Увидит сейчас. Не обойдусь. Не успел, все равно катнулся и все равно не успел. Блядь, какая-то. Смотрите, она разбивается второго раза, блядь. Подождите, мне надо до этого хотя добраться, блядь. А как подняться? Пошли вон, блядь. Вот в секире там, блядь, обосрёшься с ними драться, блядь. Здесь, конечно, ну, здесь у меня и мужик такой серьезный, блядь. А в секире они, блядь, я не могу с ними биться, ну. Ну, дурак вообще накуренный какой-то, смотрите. В чём там, блядь, стоял? Чё-то у меня не выходит удар с одного раза. Мочите, получается. Может, он не бьет так топором, как мечом с того раза. Опять я зашел куда-то, хрен знает. Ни записи, ничего нет, бля, ребят. Сейчас я... О, вон она, вон она. Красота-то. Очень плохо. Благодать, ядрёная мать. А может быть, нам... Скоротать время до ночи все-таки попробовать, а то я все днем и днем бегаю. Давайте попробуем ночью. Только не очень хочется ночью сейчас. Так, давайте сначала зайдем, посмотрим, что мне там надо. Мне, по-моему, силу надо качать. Давайте силу. Делаем, блядь, же делаем. Это за силы сейчас. Где их брать, блять? У бабушки на рынке. Я вообще вот эти пользуюсь, нет, даже вот без понятия. Красное это хуже, да? Или, блядь, чего это такое? Хер поймёшь. Вот это энергии-то надо. Она у меня стоит обычно. Не, я не понимаю, вот что тут надо делать. Вообще без понятия. Честно скажу. Вера 13 надо. Одну веру надо было сделать. Вот туда идти, еще куда? Все? Туда, да? Как туда пройти, блядь? Смотрите, там кусок говна какой-то, блядь. Тут, блядь, сбросили с какой-то крыши, блядь. С неба, блядь, упал. Изведывать вот этот мир очень интересно. Ведьмак вот... Рядом не стоял, блядь. Там неинтересно было известно, там не было ничего такого интересного. Пустой какой-то. Здесь прям на каждом шагу какая-нибудь трясня. Вот я понять не могу, куда идти. Показывать туда. А, вон, блядь. Вот сидит бабёнка какая-то. Пойдёмте. Hello? Привет. Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn
русские. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. После этой части. As commander. Пускай говна. Буду на средних играть. Давай на средних. Шкет карты вообще беспредельно. Вот такой вот. А вот что там вот у меня, смотрите, вот в верхнем углу, вот когда показывают там квадрат какой-то, надо узнать, что за квадрат. Там же, наверное, что-то должно выходить на квадрате. Вот там. Вверху слева. Кто знает, напишите. Вообще, кто не знает, похоже. Что тут? Смотрите, он череп не раскрошил, что ли? Я не пойму, чисто вот черепа. Они вот так не берутся, их надо крошить, что ли? А? Смотрите, что-то валить. А, может, цель на них даже направляете? Вот какая-то какая-то. Стопроцентное убивание. Ну не знаю, ночью-то. Чё, блядь, встаёшь-то, блядь? Я думал, какой-то полудохлый хотел сочувствие проявить к нему. Вон ещё один сидит. Это вот... Сейчас эту жопу для кого-то. Блядь, забыл опять эту пипку поставить и понючую, блядь. Вон вот собака спит, блядь. Смотрите, вот с мечом, блядь, спиной. Давайте мы его сейчас на жопу посадим, да? Свиноту вон ту большую, блядь. Они тут что-то все спят, что ли? Да нахуй его будить? Пусть спит, блядь. Чурпанов. Чурпанов, что ли, мало? Вон их сколько. Вот смотрите, какие динозавры. Куда ты, блядь, полетел? Они летают, вон, смотрите. Серьезный парень, блядь, тугарин, блядь. Разворачивается так, блядь, естественно. У меня жизнь вообще не убавилась, смотрите. Так вот. Игра сразу зашла мне, блин. Я как хотел в нее поиграть, но просто выбешивало вот это, конечно, блядь. Вообще пых-пых и тебя, блядь. И заливать-то такое никому будет неинтересно. То есть надо сначала научиться нормально все это делать, чтобы убивать быстро. Все, погнали, блядь. Давай, блядь, уже. Куда ты нахуй сейчас денешься, блядь? А, ну вон что дают. Блядь, семечек дали бы мне нахрен. Стакан, блядь. Нет тут ничего. Вон такая тресня валяется. Ну, вот и мне не нравятся вот эти места какие-то хитрые, потаённые. По-моему, тут нет ничего у них. Ничего особо-то здесь и нет. Может, я просто не разбираюсь. Какие-то материалы дали. Всё. Запрыгнуть? Давай, молодец. Вообще, его надо раздевать и играть им. Голым играть. Чтобы он не был такой тяжелый и был увертливый. Мне было противно. Полуголый, блядь. Как я чуть заблудился, куда идти-то, блядь? Туда что ли? А вот это что такое? Вот это. Что это такое?
луч вот этот, да, мой? Ну вот ночь поставил, тут снег и дождь. Вкус какой-то, нет? Где ты, блядь, чурбан? Смотрите, смотрите, шакал, блядь. Да что ты, блядь, щит-то не поставишь никак, ёпта. Чурбаньё, блядь. По титьке ему, блядь, ударил, блядь. Блядь, нахуй, убирай своё говнище, блядь. Блядь, он... Пошустрее будет, блядь, ёпта, сейчас меня... Так вот его же. Блять, коня что ли взять, блядь? И, блядь, все равно он перевёп меня ударил. У него размах-то, блядь, смотрите какой. Всадник, блядь, проказник. Почему он так блоки, блядь, долго ставит, сучёныш, блядь? О, вы видите, когда он на дыбы встает, блядь, ему надо... Я коня-то, блядь, не могу на жопу посадить, блядь. Коня-то не могу свалить, блядь. Вот в чем дело там. Ты меня встанешь, блядь. Кидер, блядь. Вот так вот, ребята, блядь. Козлину тупую, блядь. На последнем дыхании, как говорится. О, вон там он, вижу, вижу. Мама дорогая, блядь. Аж сердце замирает от этих ублюдков, блядь. Чё, это пополнение жизни и запись, и всё. Да молиться надо на такие места, блядь. Отдохнуть надо до утра. Кстати, жизнь, по-моему, прибавляется только когда отдыхаешь, нет? Может, я ошибаюсь? Может, это... Ничего мне не дали, интересно? 13 там что-то вера была, да? Одежда любой. Эх ты, блин, еще ладно. 30 там что-то у меня тоже было. Давайте поглядим, что у нас сейчас так. Все, ладно. Да что ты, блядь, за конь-то серогорбый, блядь? Сейчас я достанет меня это. Это я карту нажимаю. У меня карта всегда X. Как говорится, извиняйте. Надо посмотреть, куда идти, и сначала надо нажать вот эту. Ой. Чё-то я лишак. Куда ты? Конь ты серокорбый. Да не сюда я захожу, господи ты, боже мой. С этим управлением, черт возьми, нахуй. Так, чё у меня тут? Так, давайте мы переместимся к какому-то черту. Вот я... Сейчас вспомнил только что. Туда надо переместиться, к этому мерзавцу. Вообще не понимаю, что тут такое.
Я хотел посмотреть, что у меня тут. Смотрите, тут какая-то палец. Ну, она, наверное, слабовато. Красная идет, наверное, слабая. 31 силы хватает. Святая вот такая, святая. Расход большой. Ну, зато будет лупить, наверное. Значит, еще одну надо, да? Одну тресню надо. Это что такое у нас? Дробящий какой-то цех какой-то. Ну, слабый, наверное, по сравнению с этим, нет? Тоже как свинья у тебя. Крит. 100. 110 здесь крит, а здесь 100. Зато она быстрее. Нет, вес 4,5, а это... Бля... Что выбрать-то? Нечего совсем, что ли? Совсем говно все. Так, плюс 34, 116. Чуть-чуть только. Нет, все оставим как было. Как переместиться-то? Перемещение-то где у нас? Я что-то понять не могу. Надо эту поточить инструмент там туда-сюда. Где это такое вообще? А, просто здесь, наверное, надо переместиться. Просто. Да, на, по карте, блядь, раз и переместиться. Точно я вспомнил. Здесь какой-то шаман есть, старик. Ну, что-то продает, блядь. Какую-то хренотень. В самом начале, вот где я начинал. Где вот он сидит, этот мерзавец, блядь? Вот где-то здесь вот он сидит. Да? Надо там посмотреть, там что-то точилки какие-то есть. Зубочистки какие-то точить там. Вертыхай, где-то он тут сделает. Ну, вон там, наверное, да, в той крепости. Дед Мороз, ёпта, Дед Мороз, точно. Вот он, Дед Мороз-то. Или Али-Баба какой-то. Want you? Well, you're back. Купить. Чё тут можно купить у него? Чёрт её знает. Так, а где вот мое и показатели героя, да? Почему он не сравнивает? Как сравнить? Так, где меня... Мои вообще доспехи, где я что-то понять не могу. Как хорошо, что здесь просто играть, блядь. А если бы сложно было, тут вообще ковыряться над часами сидеть. Я не могу понять, как, где мне посмотреть моя вещь. Я в прошлый раз как покупал, я что-то не помню уже. А? Сравнить-то как, блядь? Ну, тут как ведьмаки в самом деле, блядь. Хрень такая. Кольчуга вот эта вот, хренотень. Может, право? Блять, всякого говна, бля. Вот может справку нажать? Ё-моё, как люди-то играют, блядь, в эту хренотень. А где деньги-то у меня? 13 рублей? 4
4.2 какая-то физическая. Я даже не знаю, ребят, как тут это. You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. Ну давай, чувак, я выживу, не переживай. And I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Ну и где купить? Где набор мастера? Так, набор мастера, да? Правильно. Давайте попробуем. Черт, честно, что там посоветую. Вот моя, где вот эта кольчуга вонючая? Вот эта вот, где вот моя? Я понять не могу. Да что ты продать? Сейчас я вот здесь посмотрю. Какая у меня одета? Вот это? 12. Физически. 13,5. Я вот так что, должен лазить, что ли, каждый раз? Да нахрен ничего я не буду. Все, ребят, тратим время мы на это кавычки. Топор надо усилить, по-любому, да. А эту я не буду усилить, я потом другую мотыгу возьму, да? И вот эту херню надо усилить. С топором буду ходить, ребят. Вот есть какая-то кирка, но что-то я вообще понять не могу, что надо делать. Вес один. Блин, топор что-то меньше весит, чем эта кирка. Она двухручная, что ли? Где она? Двухручный. Так он не будет у меня тогда. Треснёт и разбрасывает. Все, ничего не надо тут, нахрен. Все, сорвались. Так вот, почему этот костер-то я не нашел? Давайте все сразу пополним это, как говорится. На всякий пожарный. То сейчас дорога дальняя. Какая-нибудь свина еще нападет на нас опять. Так, давайте посмотрим, где это. Вот здесь вот этот чурбан, вот этот квадратик, это чурбан, значит, да? Вот. В прошлый раз не было этого чурбана-то. Или был? Где я, Шаруха? Я уж тут до самого конца зашел. Бастион. Сейчас мы там забастионим всех. Куда идти-то? Я уж что-то не помню. Туда? Ты-то наконец. Так вот этот, наверное... Мерзавец, блядь. Сидит здесь раком боком, блядь. Рядом со мной, нахуй. 11.9, блядь. Ничего мне тут не надо, их дресня всякая. Блин, вот это, смотрите. Вот, 138.40, блядь. Ну-ка, если... Моя эта палка. Где это оружие? Пошли валять. Теперь давайте посмотрим, куда я, правильно ли я иду. Все правильно. Куда, куда? Ну, в тот замок, что ли, я иду? Куда я вообще? Понять не могу. Тут же карта кончилась, блядь. Он все идет. Вот. Куда ты поставил-то? Эх ты, убийца, блядь.
Баба что-то говорил там. Тихо ты, блядь. Че, обалдели, что чьи-то кошмары там? Рикушет, блядь, херачит там. Прячься нахрен, блядь. Так это не трибушет, это какой-то козел. Вы видели? Свинота какая-то, блядь, свиньями разбрасывается. Да. Вы видели, блядь? Свинота, блядь. Жердяй какой-то. Вон, вон, какой кабан, блядь. Эх ты, ну ты, сука, и мазик. Ничего себе. Запрыгнуть на меня. Хрен тебе, блядь. Как вообще такую свинью победить, блядь? Он только видом пугает меня. Только видом одним пугает меня. Что тут говорить? Здесь уже, по-моему, прятаться негде, блядь. Может, не попадет, блядь. Скот какой, блядь. Бросай лук-то, блядь, давай, ублюдок-то. Ну это вот что, вот, видите, вот это вот, вот это, блядь, в этой игре, меня дико раздражает, блядь. Кости переломай, блядь. Сдох он, блядь. Ой, ты большой, да бестолковый, блядь. Я думал, им только ноги сначала надо подрубить. Потом он на карачках начнет ползать. Нет? Фу. Вообще не боец. Ну, наверное, этой соплей. Вот он меня... Нет, он не попал, видать, этой соплей. У меня жизнь. Как тут интересно. Ну, у меня вообще-то была жизнь полная, по-моему, да? Ну, давайте на этом остановимся. Я думаю, достаточно сегодня. Смотрите оптимизацию игры. Карьер, что ли, как там называется. Всего доброго, берегите себя. Дождитесь хорошего графики. До новых встреч.